Выбор сделан. Погода в единый день голосования в регионе выдалась по-настоящему летней. Вероятно, из-за этого не все жители, обладающие правом голоса, дошли до избирательных участков. Явка невысокая, особенно по Новосибирску. Что касается результатов, то по предварительным данным парламентская четверка удерживает свои позиции и преодолевает 5-процентный порог. Остальные 8 партий его не прошли. По всем 4 одномандатным округам в регионе лидируют единороссы. В итоге в Госдуму от области проходят 8 человек. Всего в единый день голосования в области прошло 46 избирательных кампаний. Помимо выборов депутатов Госдумы, жители определились с кандидатами в ЗАГС Собрания и органы местного самоуправления. В целом, как отметил сегодня глава региона Владимир Городецкий, выборы 2016 прошли спокойно и плодотворно. Выборы прошли открыто, честно, конкурентно. Такие качества всегда, надо сказать, были присущи нашему региону на всех этапах. И в этом году мы взяли планку, мне кажется, даже еще несколько выше. Не было какой-то такой, знаете, грязи, демонстративных нарушений, очень мало жалоб. Выборы прошли спокойно.